Если убьем респиро трату, можно еще и углу собрать. Либо в РС пойти. Робот есть, ребят? Шаман слон. О, мамонт, стойте. Что-то я хотел попросить у Олега. Олег, слушай, у тебя нету ткани всякой на мелкий уровень? Там может валяться. Нет, могу тебе просто дать денег, что ты купил эту ткань. Не, не надо мне денег давать. Я... У меня тоже есть. Просто по дому, может, валяется ненужная. А тебе зачем? А я хочу приступить к травничеству, портягу, чтобы по монеток не садился на плащ, сделать улучшение. О, а подскажите мне вот на сову и ирдру две профы, чтобы охуенные были. Какие вы? Чант Юва, Чант Юва. Колба там более. А если... ж... Колбу с профа оденем, и профы не надо. А, ты же сказал две профы. А если это вместо Ювы, если шитьё, то нормально будет? Шитьё? Шитьё, ну да, нормально, но смотри, просто так будет активный прок, а так пассивное будет, сам смотри. По-моему, всегда для СПДшников портняга Юва. Не знаю, либо, мне кажется. Либо портняга Юва, либо горное дело и алхимия. Горное дело. Горное дело и травничество, да. Нет, травничество вообще только для PvP, грубо говоря, качает, либо просто для голды ресурсов. Чек на пол. Уничтожатор, Валера, тут. Копар, ты синий, тут? Да, МК. А копар? Ладно, погнали, в два танка пока. Утро, помоги, пожалуйста, покончи. Троп в ДД пока сидит. Вот у тебя кулаки. А там вон точняк, вон Рамзес спекнулся. Ой, у Троп спекнулся, 4 танка. Нормально. Да, помнишь, те профы, которые кроме таких вот, что собирать, они там бонус дают все, ну, почти один и тот же. Так что смысла качать там, любой можно качать. Кузнечку, а чё, вот качать иначе класс. Простите, что ты сказал, Олег? Ивент уже отменили, что ли? Что-то я ачив не видел. Какой ивент? Сделал. Ну, должна была в субботу быть. О, нет. А что принесли-то? Да ладно, наверное, не было. Наверное, людей не было, да? Да, она пришла, там две коллеги. Что там, Ачива и Маунта Микси. 600 бонусов. Да, вот это круто. А нафиг он нужен? Ну нажмите. Селект обновите. У нас Холи Престов нету, нахрен Солик. Короче, пока целка 10 гер ходили, я хилом шел. Так я, короче, полтора стака этих рулетов сел по пути. Тоже, ну, часто садился пить. Вот почему Холи Присты носят два шмота. Один крит дух, в смысле гемы ставит, а второй фул СПД. Один хожу. Ну, если ты просто хокаешь и все, то да. А если ты бурстишь за хилом, то по мане сильно садишься. Спасите, я под этим деревом. Мы вон вчера, по-моему, да, в ВК были, дали. Угу. Так там этот, кто там был, Варенька? Да. Хоты, короче, я посмотрел молитва, хот она и мгновенно это круг исцеления и все. И то и перехилил моего рдру намного. Так там смысл, если рейд не садится, все, чем ты будешь грустить в молитве, которая пятая, опять человек покинет. Не, согласен, я же не совсем об этом. Я о том, что вот в таком варианте по мане не садишься. Как сказать, бывает садишься. Ну, а вот когда бурст начинается, особенно он в 5,5 солод или в 10 опыт этим поликрестом, пипец, блин. Это по мане садился, особенно на лане.
Хотя у тебя духа мало, ты там кто можешь садиться на нормально. В Акила не можешь нормально сидеть. Отойду 30 секунд к телефону. Помидоры приехали. Крисю где-то вчера, я забыл, где-то ваншотнуло, и он кричал, что мы плохо хили. Объясните Мичан гильдию голову. Олег, слышишь? Че? Сможете Миникова без меня? Сейчас картошку просто дожарю. Ну если что, так и меняй. Если не сможете. Да ты когда придешь? Ну картошка сейчас дожаривается и минут через 5-10. Хорошо. Давайте звезду бьем. Эх, вы не лукаете, дракон. Столько кожи. Твари застанет. Днем на дракона. На Оню или на Малиаса? Да, Фортрион. Не, за Синдрам. Потом уже на... Самый лучший дракон это Синдрагоса. Так, ну вроде бафы есть. Дайте столик. Нет времени. Нормально, начал. Нет, киноносим. Горите в огне хозяина! Там басы играют, бац-бац, только... Это просто кто-то с ноутбуком ходит. Там это у меня на чердаке. Чердаке? Думаю, у нас вообще гильдия ходит в десятки. Мы ж ходим. 10 оп, 10 герк. Извините. Неплохо, неплохо. На ком трусы? Тот не выбежал. Я не выбежал. Оп, молодец. А из-за шеи без трусов. Согласен. Ну поднимайте. Трусы нынче не модно носить. Хорошо, что Валера не был в рейде, так бы это попало в стрим. Ну и все, кошмар.
А дайте он приступам, сегодня, пожалуйста. Попал в стрим, как он слизни набежал. Ну, взрывом на огне. В Украине получается магазин, там АТБ такая, ну, крупная сеть магазинов по всей Украине. И дома, кстати, сейчас идут трусы для мальчиков, 12 лет, короче. Посмотрела на эти трусы, они такие, зачем? Как для девочек, для девочек это самое то. От Энрике Иглесиаса, да? Поставь шкаф. Ваня, зачем ты смотрел трусы? Ты мальчик, там все подряд идет. У тебя шкаф куда? Где Продвижинска? Че шкаф? Ну, это ж рядом. Рядом с Киевом, правильно? Ну... Как так? Ну, область, по-моему. Валера, давай смон. Короче, смысл в том, что были трусы гомосяцкие такие, прям гомосяцкие, гомосяцкие. Так и скажи, стринги. А мальчиков в трусиках там не продавали? Валера, ты тут? Мне, короче, как обычные трусы, только низкие-низкие, вот такие вот. Кировые, короче, еще и голубого цвета. Ну да. Давай, нокдаун ты босса будешь танчить, вторую копию. Зачем ты запустил? Танка нету. Молодец. Супер. Я потанчу. Точняк тогда будет копию танчить. И первую, и вторую. На второй копии прожмешься. Двое сильнее страдания. Хорошо хитит точника. Там стрим ведется? Не, он не на стрим. Лерки же нет. Да, нормально. Это подлюка сквозь дерево пробивает. Ну как обычно, ФК-ша до Холиона. А ведь когда-то Олег Кипр вычитал людям, которые ФК-шат. Я забываю. Были тогда времена, были. Давайте Сакру. Ну давайте уничтожатор отнимем потом. Сколько надо отнять ему, кстати? 500? Сколько хп у Холиона? 40 лет... А, стоп. Что-то 60%, по-моему. 60%? Теперь посчитайте суммарно, сколько хп у Болтара, у Сивианы и этого третьего босса. Сколько там, 40 лямов будет, да? Точника не могу растить. Еще трэш пишет. Это высшая математика, и срочно. Неприступным. Но до сих пор она не подвергалась такому штурму. Че, уничтожатор тут? Черные драконы явились из ниоткуда. Ну, Валера, ты тут? Успели понять, что происходит. Силы были неравные. Мои братья гибли один за другим. Ну я потанчу с двух сторон ковиди, трэш. Давай. Шика. Все, я тут тоже. Вчера кто танчил? Поклонский войд. Олег, а будет еще целка 25 гер завтра там? Ну, может кто-то соберет. Может сегодня третий раз будет, если Поклонский не уфнется. Уверен, что мы второго быстро убьем. Ну, если да, то соберем третью. Сейчас 21.00, не 23. А, вот да, там. Куда Ексерона надо просто тыкать клавиши.
Так ты ж начал его собрался собирать. Ну, на сарани тоже просто тыкать клавиши надо. Какие-то на пожарные. Лучше арбитафи сделать. Там? Да, лучше арбитафи сделать, чем пожарного пока что. Все, я здесь. Ой, привет, Капа. Давайте по тактике. Здорово. Калка, Горгот, Свет хилят, остальные тьму. Во тьме диспелит Кралька, Цвету. Я. Четвертый пати остается добивать големов. Сразу ТСС накалка. Свет танчит. Свет танчит, блядь. Даже не знаю, кто лучше. Давайте нокдаун свет танчит, уничтожатор тьму. Кушайте рыбу. Клайман, сними отметку, отсутствует. Напишите в РК, на какой спек ролите. А что, рыбы не будет? Ага, есть. А чего вы класки не пьете? Вы бедные? Не, сейчас надо. Калк готов? Да. Уничтожатор. Ща, рыбу поем. Олег, подожди. Или фласки? Да, у меня есть, могу тебе дать. Там. На тебе сразу три. Сейчас, Олег, сейчас, 10 секунд. Давайте чекнем еще раз. Ну-ка, дай. У меня на этом персе 350 фласок СПД. Мало фьюри, дай МК. Ваня, готов? Не дам. Только попробуй. О, смотрите, я кольцо не сменил до сих пор. Косяк. На ХП кричать не забывайте. Я говорил, почти 60 лямов у него. Сейчас, подожди, надо поменять кольцо. Все готовы? Валера, начинай. Тогда тоже эпохальный режим сделать, как на Кахапузе. 12 лезвий там, да? А, тут не 2 лезвия, чтобы было, 4 лезвия. Короче, собрались, давайте становимся в квадрат перед метеоритом, чуть подальше становимся от Калиона. Сейчас будет метеор. Побежали. Чё, Доксон, не можешь на себя здесь пылить? Крик. Вы уже в рейде отошли в квадрат. Вары, перед заходом во тьму подбегайте к танку, который танчит големы, и кричите на ХП. Троп метка, чуть подальше отходим от Калиона, метеор сейчас будет. Побежали метеор. Метеор на утробе, наверное, да? Да. Смотрим лужу. Папа, просил же шнейка. Не вязать ботинки. Подойди к голему и умри от него. Заходите. Сейчас мой фридом, твоя светлая джек. Ну, 2-4 бьем, молодец. Керс, выноси метку. Сейчас на пола будет намного меньше. А если ты мне вайпнулся, то придется ГП дать. Надо юзать ботинки в РС никогда. My love for you, что ты зашла в тьму? Уже сказал, четвертый пати стоит. Не Нет, мы не добили. Бейте.
Знаете, когда зайти? Беги, малышка, беги! Что-то можно заходить? Сейчас заходить. Клаймен, Иннер, Хазараку, Доксер, Гарготу. Паэлу, Хазараку. Смотрим лезвие. Джингл метка. База. Выходим в портал. Выходим в портал. Становимся в квадратик сейчас. Кресты бьем взрывом разума. Рост свет. Дашкин, выноси метку. Сейчас побежим, будет метеор. Бежали. Во тьме дали рост. Клаймен, сзади тебя этот хан, попробуй реснуть. Майла Фури, выноси метку, сама диспелишь. Играйте большого голема. Не было вы. Понятно, не умеешь. Чё ты, ну, это Майл. Эрдру, Люк, твой фридом, да. Подымай, Эрдру. Доксон, подними Эрдру. Вроде рядом с тобой бежит. Пел, выноси метку. Фога, скажите, когда ему зайти в тьму? Побежали, метеор. Нет, бью сейчас. Войд, метка. Смотрим лужи. Кёрс, выноси метку. Капельку дай на БДК. Большого голема все сыграли. Большого голема. Сейчас мой. Можно заходить? Да. Да. Фога, заходи через хвост. Прожми кожу и заходи в портал. Ну. Ладно. Стали в квадратик. Больше дамаги надо влить в этого Халиона. Капельку давай на ВДК, если не давал, побежали. Давал. Смотрим лужи. Рамзес, метка. Клота, выноси метку. Кабов, вставай. Бафы по ханту. Играйте большого голема. Блять, как вы дохнете? Мы так не убьем меча. Трэш забрал мага. Играйте в трэш, изи ДПС, выноси метку. Не тратим пока БРы. Ой, где ты лежишь? Под мордой. У кого еще есть БР? Отошли в квадрат, смотрим лужи. Пою гимн на ману. Изи ДПС, давай быстрее. Диспелю. Прожми незыблемость. Играйте большого голема сейчас. Поднимайте там, последний БР у кого остался, поднимайте Войда. Играйте большого голема. Скажите, кому надо маны. Я залью, есть Иннер. Гарготу заливай. Встали в квадрат. Квадрат встали. Сейчас будет метеор, побежали. Скажите, когда Войду зайти во тьму. Фога, выноси метку. Свет, стоп, пойти. Лужа в рейде. Лужа в рейде, пойду гимнат хил. Дашкин, выноси метку. Заходи, Слава. Слава, заходи. Классно зашел. Братья большого голема все. Давай сакру. Гимнат хил, второй прист. Бля, ладно, падаем. Ну все, теперь будем ГП давать. Мы бы затащили. Когда Друль упал, он, конечно, в лезвие побежал, но там не было фильма. Шутка не туда понес. Ну, если последний миг вот это вот спалили нормально, светло, то мы его убили, если меня не откинуло. Он побежал в сектор танка, а не в наш сразу, до лезвия еще.
Ну да, но... Его здесь пылили метки, появились лезвия, через лезвие просто дальше. А это нес метку. Я, кстати... Ну это фога-друид, он неправильно метку понес. Славу можно было захилить, но что-то быстро хп падало, я вообще не успела. Там 16 тысяч каплю кинул, 16 тысяч сотни. Понятно. А как он я так? Я еще думаю... Слышите рыбу? Он как будто с хвоста дыхнул, я такой, ну, пошел в хвост портал выходить, он хоп дыхнул, блядь. Как это было вообще? А ДК-то 9 быстрее с Дэшем справится? А как, сейчас подожди. А как Войт упал? И чего он упал? Капли. Ладно. Там просто мы вдвоем хилили, и я танка захилила, не успела Слава захилить. Быстро очень хлопка упала. Поэтому надо кап защиты ретрика собирать, чтобы капля не убила. Каплю со срезкой к себе добавили. А за что ГП? Я ж вообще не знаю, как вы бьете. Я впервые так бью. Ну ты, наверное, когда перебегала, кинула бомбу на Халиона, разлилась лужа. Время того, когда мелкий трэш бежал к рейду, бомба кританула и перекинулась на трэш. Трэш сагрился на тебя и тебя убил. Поэтому, когда идет метеорит, надо бомбу обновлять на Халионе, чтобы она не взрывалась. Либо вообще ее не юзать, если вы не шарите, как это все делать. Тогда не будете умирать. Я не умирать. Шарю. Все буду знать. Ты шаришь, еще диспель. Маги диспелят сами да себя. Я не знаю, я за мага не очень долго играю. Откуда мне знать эту херню? Выставь на панельку еще к снятию проклятия и сама себя диспель. После диспеля блинкуешься. Чтоб я не отвлекался на тебя. Доксон тут. Еще обновляй МК, когда заходишь во тьму или выходишь. И никто не знаете никогда ботинки в этом месте. Вы улетаете, вайпаетесь потом. Потом мы вайпаемся. Ну тут дайте маги. МК давай. Сейчас бы если, конечно, протопала захилили, мы бы убили. А МК. Церезия готов? Кушу. Все, тогда в этот Валера начинай. О, это все заново. А, еще, My Love for You, оставайся добивать големов. Хорошо. Тогда четвертой пати стоит добивать големов. Труп метка. Подальше от Халиона отходим. Ничего сейчас. Что ты мотанешь? Дайте шаманы, кто свету. Смотрим лужу. Близко метеор, лужа в рейд. Позарок метка. Что-то стих подлагивает. Нет, чуть-чуть. Так, метка с метеором. Побежали. Смотрим лужу. Нормально. Алиона играем. Заберите метку, прочтёт. Бэдика, нажми мастаунт. Ого. Сакру прожми. Фога, подымай хабу. Чё ты? Лай, трэш, играйте 2 секунды. Хилы, заходите во тьму. Фейл, подымай Дашкина. Есть БР? У кого есть БР, подымайте Дашкина, заходите рейд. Клайман, сколько КД БР? 4 минуты. Играйте в ромбик все. Изи ДПС метка. На Доксон сколько БР? Вот Доксон поднимешь Дашкина после первого метеора. Ой, скажи. Подходите. Скажите, когда зайти? Уже.
заходе. Сейчас будет лезвие с меткой, смотрим. Кто там у нас Disrupt? Так, Глайман, Доксон, Инеры, Хазараку, Фейл, Горготу. Вот метка. Сейчас будет метка и переход на фазу. Ждем метку. Пёр с меткой. Куда вот ты несешь? Ты что? Это портал, это нормально. Сейчас выход. Выходим сразу. Метки, метки ж не будет. Не должно. Пошли быстрее. 9 секунд до метки. Встали в квадрат. Поднимай Доксон, если есть БР. Если откатилась уже. Я понял. Давайте рост свет. Войт, но ты не даешь ритм. Так она не узнает. Не сразу. Заранее давай. Смотрим, метеор, Хазарак, выноси метку, БДК, прожимайся, метеор, побежали, во тьме рост. Свет, сейчас бьем только трэш. Смотрим, лужи, потом бьем трэш. Лужи в рейде, осторожно, хаб, выноси метку, осторожно, с трэшем, на пула нет. Играйте большого голема все. Все а большого голема будет трэшить. Сейчас давай. Хабу хильте. Большого голема играем. Дашкин, вставай. Выноси сам себя диспель. Встали в квадрат. Сейчас будет метеор. Побежали в метеор. Откатится Иннер, Горготу заливаем. Больше дамаги Халиона, свет. Горгот, выноси метку, Калк, держи БДК протопала. Диспелю с тебя. Короче, даю гимн на отхил. Большого голема играем. Ставь тотем на ману, даю гимн на ману. Горготу Иннера заливаем. Изи ДПС, выноси метку. Трэш добить, каплю на БДК дать, кралька выноси метку, побежали метеор, быстрее, хантом сзади что-то медленно бежишь. Смотрим лужи, лужи опять в рейд, осторожно, в квадрат встали. Клота, давай гимн на ХП, потом гимн на ману дашь. Играйте в большого голема. Милики, мелкий трэш. Там она вообще... Вообще нет маны, что-то. Короче, что ману тотем слил мне. Фейл метку, я с диспелю. Вот кожу прожми дубово. Встали в квадрат, бьем Халиона. Милики, мелкий трэш, Рамзес, выноси метку. Побежали, метеор. Смотрим лужи. Клота, выноси метку, лужа в рейде, лужа в рейде. Клота, сама себя диспей. Точку прожми. Играйте все в большого голема. Давайте, осталось немного. Фейл, стопани дамаг. Точняк, прожми срезку. Много трэша. Перемораживайте трэш. Хильте точняка, я диспелю. Хильте точняка, умоляю. Умоляю, хильте точняка. Побежали метеор. Блять. Кто у нас протопал умер? Падаем. Пойдем. Давай еще раз. Меняй меня, наверное, потому что я что-то лагаю сильно. У меня тут трэша нет, а потом он сразу весь на мне. Там есть кто-то. Там или Слава, или Трон. Ну, экстримку хотел. Экстримку, да, там бери, потому что у меня что, вообще все плохо. Ну, ДД можешь пойти. Я когда перебегаю,
я, получается, останавливаюсь и все равно даю две волны, а потом дальше бегу. Когда мы перебегаем, что, второй раз вайпаемся из-за недохила Ситу? При чем здесь твои перебегая? Ты видел, куда вообще побежал он? Нет, не видел. Там танк, там много трэша, они все в ужас стоят, бафы ловят и просто загазают танк. Понятно. Давайте, кушайте рыбу. Вот, Роб, давай протопало. Посиди пока, не уф, если можешь разлагаешь, пойдем еще куда-то. Давайте ж баф. Второй ретрик, скажи ему, что там он бафает и какую дань кидает. Экстремка бафает каски, бьет на ману в луню, ставит третью ауру. Первая кидает фрин. Немножко не везет. Просто так убили уже. Мать, если бы фрейдимся здесь. Два раза четыре ляма оставили. Пипец. Это ты виноват, что не дохилил? Да, точно. Бывает, давайте, третий трай. Ты ж не дохилил точняка. Ну да, да, не дохилил. Сейчас, 3 секунды. А не, нифига, мне надо макрос написать, подождите. Наба готов. Код у нас фейл? Да, фейл. Значит, АДК, изи ДП, да? Так, старо. Да, АДК, изи ДП. Калк, а Гаргот хилит в цвету? Да. Калк, Гаргот. Все, я готов. Чек. Срези, все готовы? Давай, Валера, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь узреть начало эры разрушения. Зудрина. Убежали. Близко метеор, не надо было так стоять близко, побежали далеко. Но уже течет нормально. Джиндова на семетку. За сметка. Через хвост возвращайся. Метеор побежали. Хилы должны были достигнуть. Смотрим мужу. Зно. Беги, малышка, беги! Что за дерьмо, блин? Я не могу бить Халиону, пишет, цель должна быть перед вами. Это как? Стою перед ней. Это ты, наверное, сзади сидишь. Заходи, уничтожатор, рейд, зашли, ромбик бьем. Не, я ж лицом стоял. Зайти. Беги, малышка, беги! Заходите. Давайте.
Клайман, Инер Гарготу, Фейл Гарготу, Доксен Хазараку. А не наоборот, мы до этого Хазараку давали? Нет, нет. Просто по манисе. Лезвие сейчас. Диспель. Пиздец. Ну, блин, Кралька, Диспель. Кралька, просто Диспель. Просто заебали. Да, тише. Каба метка. Ни Фридома, ни Диспела, блядь. Лезвие ждем, ничего не делаем. И ждем метку, никто не выходит сейчас. Маргот, выноси. Все, теперь выходим. Встали в квадрат. Давай рост, свет. Заметка его диспелить. Побежали метеор, свет. Давайте во тьме рост. РДД бьем большого голема, мелики мелкий трэш, следим за лужей. Лужа в рейде. Встали в квадрат. Гаргот, выноси метку. Прожмись, ВДК. Калк, не умри. Нет, только не умирай. Только не умирай. Кер захилите. Встали в квадрат, набили мелкий трэш, играйте Калиона. Побежали метеор. Инеры по КД Гарготу. Калиона пока не бить. Есть тотем у тебя? Да, сейчас да. Маймон, вынеси метку. Сейчас я скажу, когда. Пою гимн на ману. Играйте большого голема все. Калка, у нас метку, БДК прожмись, БДК прожмись. Гимноманова. Встали в квадрат, сейчас будет метеор, побежим. Каплю на БДК. Смотрим лужи. Опять лужа в рейд, аккуратно, дисрапт метка, большого голема играем. БДК, хильте, дисрапта и утроба. Утроба, выноси метку, маги морозим трэш. Встали в квадрат. Трэш добить, Хазарак, выноси метку, танк, прожмись. Бежали метеор. Смотрим лужи. Блядь, давайте, два метеора, пережить, классная лужа, метка. Кёрс, выноси метку. Большого голема сыграть. Кюр захилим БДК и протопала. Давайте. Инеры Гаргот удали. Большого голема мелкий трэш играем пока. Все. Давайте в голема там 500к еще. Майла Фури, выноси метку. После диспела блинкуешься. Майла Фурлай, назад метку выноси. А, боже мой. Ладно, сойдет. Господи, главное, чтобы там не было метеора. Блин, же ж можно было. Последний метеор пережить, стопаем по Халиону. Стоп по Халиону. Клаймон, выноси метку. И играем в большого голема. Последний большой голем, давайте. Пережить надо. Все в большого голема играем, потом Халиону добиваем. Метку в свету назад надо выносить, там было место. Он сам себя сдиспелишь. Трэш добить, ждем 60 и добиваем. Все, добиваем. Доксон, подыми этого Клаймана быстрее. Побежали метеор. Ладно, все, уже так добьем. Стоим. Ебать, отхилился. Отхилился, сукин сын, да? Зато я успел поменять группу вот.
Не зря отхилился. Не, лол. Хуёво. Так. Клайман, ты вынес метку на метку, и тебя шибануло очень крепко. Его дыхание у меня. Я там первый стоп. На интерес. Да, ты первый. Давайте следующую чешую. Охренеть, лучше бы я друидом пошел. Хотя бы я все равно последний. А что так много РЛ рулят? Не знаю, наверное, не одевались давно. Наручи на кожу на РДД. Я такие же. Идем в третий, попробуем собрать. Подожди. Товарка, не вовку. Я Рашамам пойду. И я. Я захожу на ИП. Пипец, последняя волна трэша сожрала моего шамана. В шоке. Ну, плюс, как осени, дайте ИП, кто ну, сейчас онлайн не призывает. Ну вот, накинешь и ИП себе. Нет, прав нет. Я накину. Ну-ка,